Семинар «Город Казань». У нас сейчас, не знаю, знаете или нет, у нас сливают два вуза. Вместе делают один единственный вуз. КГФИ и КГУ. Очень интересно. Для того, чтобы кто сейчас будет руководить этим данным вузом, сейчас происходит такая система, что один вуз хочет другого вуза убрать. Да. Вот, в принципе, черный это, допустим, КГУ, белый это, допустим, КГФИ. Отлично. Слушайте, очень интересно. Прям близко к нам, да? Так. Итак, мы должны не сделать второй глаз. Не дать им. Да. Если, допустим, мы поставим куда угодно, сюда, то белый поставить сюда и будет второй глаз. Да. Логически поставить черный сюда. Доска опускает. Так, дальше. Как ты прогнозируешь, какая будет ответная реакция? Дальше, допустим, реакция? Он поставит сюда. Да, допустим, сюда. И тогда? И черный можешь поставить сюда. Но тогда же съедят? Съедят. Можно тогда вот сюда. Съедят. И что? Глаза нет. Глаза нет. Почему? Давай покажи нет глаза. Потому что мы сможем спуститься вниз. Да. И белым придется... Это ложный глаз. Это обманка. Его нет. Это глаз, который как глаз только выглядит снаружи для непосвященных. А мы-то там сами знаем, как выглядят настоящие глаза. Это решение задачи. Аплодисменты.